Стартовал только что Игорь Шиганов. По специальности водитель, профессиональный водитель. Видите, вот это «Волга» 1958 года. Это «Волга» первой серии со звездой. Это самая ценная «Волга», которая есть. Выпустили всего около 30 тысяч из общих 640 тысяч, которые были вообще в «Волге» 21-ю произведены. 65 лошадиных сил мощность этой «Волги». Вот под такую замечательную музыку Андрея Петрова катается. Неправильно выполнил этот элемент Игорь Шиганов. Опять проехал один элемент. Наверное, судейские коллеги, надо обратить на это внимание.